Ремонт Порецкого моста планируют начать в этом году. Объект включен в предварительный перечень дорожных работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В планах укрепление балок и опор моста, замена тротуарных плит и барьерных ограждений, укладка нового асфальта. Реконструкция пройдет в несколько этапов. Проектно-сметная документация готова. Торги на определение подрядчика планируют провести во втором квартале этого года. Мост через Суру около села Порецкое построили в 1970 году. Его длина 455 метров, и он находится в предаварийном состоянии. Минтранс Республики проводит мониторинг состояния сооружения. На мосту ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и организовано одностороннее реверсивное движение.